Библиотеки Ленинского городского округа уже давно являются не только местом, где можно взять и почитать книги. Они стали настоящими культурными центрами поселений. И во время режима самоизоляции они помогают скрасить жизнь своим читателям и посетителям. Так, в группе ВКонтакте Молоковской библиотеки начали размещать различный видеоконтент, который будет интересен и полезен людям абсолютно разных возрастов. У нас появилась идея сделать мастер-классы чтения книг. Мы запустили книжный челлендж и библиоквест в Инстаграме. И также у нас вышла большая шоу-программа «Угадай». Авторы признаются, что черпают вдохновение в самих социальных сетях, а потом добавляют в начальную идею какие-то свои находки. Остальное дело техники. На подготовку и съемку материала уходит около 2 часов. Оказывается, самое сложное – подобрать подходящую музыку. Над созданием видеоконтента работает несколько человек. Мастер-классы я делаю сама, но другие рубрики, такие как, например, «Угадай», мы делаем совместно с капитаном видновской команды КВН Ильей Сенчуровым. А сказки помогают читать друзья, ну, чтобы это было поинтереснее для аудитории. Все, кто трудится над роликами, специально их появление не анонсируют. Это принципиальная позиция, чтобы каждое видео для подписчиков было сюрпризом. Полученный в результате видеоэкспериментов опыт планируется активно внедрять и после того, как режим самоизоляции будет снят. Форма мне очень близка, и я хочу ее внедрить в обычную жизнь библиотеки, чтобы как-то ее освежить. Так, например, шоу «Угадай» у нас будет выходить каждую среду, независимо от карантинного времени или нет. Видеоролики размещаются и в аккаунтах других социальных сетей Молоковской библиотеки. Подписывайтесь.